Звони, позвони, позвони. Короче, третий, потом четвертый. А еще на блюшку. Некоторые сказочно веселом городке жили небольшие человечки-коротышки. Человечки ходят, что катались по реке, а по вечерам читали книжки. Утром только солнышко коснется их лица, любят коротышки просыпаться по ночам. Каждый коротышка ростом меньше огурца, а он может как у великана. Кара-кара-коротышки, носят шляпы и штанишки, подружиться с ними каждый будет рад. Если вы не верите, что коротышки есть, приезжайте, чтобы убедиться. Кара-кара-коротышки, носят шляпы и штанишки, подружиться с ними каждый будет рад. Кара-кара-коротышки, обожают кушать фишки. Кара-кара-кара-кара-карамель, шоколад. Малыши, в общем, слушались Пилюлькина и даже чуть-чуть побаивались. Потому что Пилюлькин мог ведь прописать касторку на ночь. Или, хуже того, укол. А кому же хочется ни с того ни с сего подставлять под укол свое мягкое место? Никому не хочется. В этом же домике жил знаменитый малыш-коротыш по имени Знайка. Его прозвали Знайкой за то, что он знал очень много. А знал он много потому, что читал разные книги. Эти книги лежали у него и на столе, и под столом, и на кровати, и под кроватью. От чтения книг Знайка сделался очень умным. А когда он надевал на нос свои очки, то совсем становился похож на профессора. Другие коротышки очень уважали Знайку и часто спрашивали его совета. Еще в этом доме жил Пончик, который прославился тем, что знал на память 100 рецептов самых лучших тортов. Мог все их приготовить и съесть. Я самый лучший повар в известных мне кругах. Я знаю толк в печенье и разных пирогах. Могу создать на выбор 100 самых разных блюд. С хорошей едой порядок и уют. Возьмем валерьянку и пику, и карамель, и курагу, и орехи, и бананы, и изюм. Три стакана пореже, поставили. Сами сядем тон стеречь. Я самый лучший повар, но что вижу мест? Ведь настоящий не горит, сам и печет, и ест. Такое совпадение, чего еще желать? С утра до поздней ночи жевать, жевать, жевать. Возьмем корицу, витамин и ванилин, и маргарин. В общем, разного съедать.
сломать. Вот, пожалуй, все готово. Я уверен, что друзья заглянут ко мне зря. Кроме Кончика, Знайки и доктора Пилюлькина, в домике еще жили музыкант Гусля, поэт Цветик и художник Тюбик. Но самым известным среди всех этих коротышек был малыш по имени Незнайка. Этот Незнайка был очень забавным коротышкой. Он носил голубую шляпу, желтые брюки и оранжевую рубашку с зеленым галстуком. Постоянно попадал в какие-нибудь истории. И вообще был ужасным фантазером. Незачем мучиться, все это случится. Главное стремиться, каждый день резвиться. Если я играю, я не унываю. Предлагаю вместе нам пока пролезть. Тру-ля-лю, тру-ля-ля, скачет головы в поля. Здесь не безобразие. Особенности Незнайка прославился после одной истории. Однажды он забрел в поле, и на него сослепу налетел майский жук. В этом нет ничего удивительного, потому что Незнайка ведь был маленьким, а жук большим. И когда этот жук ударил Незнайку по затылку, тот кубарем покатился под горку. Ой, кто-то меня так больно стукнул. Эй, кто здесь дерется ни с того ни с сего? Странно, нет никого. Может быть, это на меня сверху что-нибудь упало? Незнайка задрал голову и поглядел вверх. Но вверху тоже ничего не было. Только солнце ярко сияло над Незнайкиной головой. Все понятно. Это на меня солнце что-то свалилось. Наверное, от солнца кусок оторвался. Бум! И ударил меня по голове. Вот ведь какая история! И Незнайка побежал домой рассказать всем о случившемся. По дороге он встретил Знайку, который установил на поляне свою подзорную трубу и смотрел через нее на небо. Слушай, Знайка, представляешь, какая история тут со мной приключилась? Нет, Незнайка, пока не представляю. Вот, видишь, какая шишка у меня на затылке? Да, шишка порядочная. А знаешь, откуда она у меня? Ума не приложу, как на поляне можно шишку себе набить. Это шишка от того, что на меня солнце упало. Вернее, не целое солнце, а кусок от него. Оторвался, понимаешь, от солнца и бум! Ударил меня по голове. Настоящий солнечный удар. Во как! Нет, Незнайка, опять ты что-то перепутал. Это еще почему? Ты же сам сказал, что шишка порядочная. Если бы от солнца оторвался кусок, он раздавил бы тебя в лепешку. Да ты что? Солнце, Незнайка, очень-очень большое. Оно больше всей нашей Земли. Да ну! А по-моему, солнце не больше тарелки, висит там себе в небе и блестит целый день. Это нам отсюда кажется, что солнце маленькое, потому что оно очень далеко от нас. Но на самом деле солнце – это огромный раскаленный шар. Это я в свою трубу видел. А солнце что, горячее утюга, что ли? Гораздо.
И если от солнца оторвется хотя бы маленький кусочек, то он разрушит весь наш город. Ого! Вот это да! Ну надо же, какое большое! Пойду расскажу нашим. Может, они еще не слыхали про это? Незнайка пошел домой и всем, кто встречался по дороге, рассказывал про солнце. Братцы! Вы знаете, какое солнце? Оно больше всей нашей земли, вот оно какое! И вот, братцы, от солнца оторвался кусок и летит прямо к нам! Скоро он упадет и всех нас задавит! Ужас, что будет! Все, конечно, смеялись, так как знали, что Незнайка порядочный выдумщик и фантазер. А Незнайка тем временем прибежал на улицу Колокольчиков и переполошил там всех малышей. Братцы, спасайтесь! Кусок летит! От солнца оторвался! Скоро шлепнется и всем будет крышка! Даже пикнуть не успеем! Это Знайка сказал! Он свою трубу видел! Поначалу малыши не очень-то поверили в Незнайкины выдумки. Но Незнайка так громко кричал, что вскоре все выбежали во двор и стали смотреть на солнце. Смотрели, пока из глаз не потекли слезы. Всем сослепу стало казаться, что от солнца и в самом деле кусок оторвался. А Незнайка тем временем забрался на крышу и заорал на всю улицу. Спасайся, кто может, беда! Вот тут началось. Все коротышки тут же бросились в дом и стали хватать свои вещи. Тюбик схватил свои краски и кисточку. Цветик – свою новую рукопись. Гусля – свои музыкальные инструменты. И скрипку, и балалайку, и медную трубу. Доктор Пилюркин метался по всему дому и разыскивал походную аптечку, которая где-то затерялась. Пончик схватил калоши и зонтик и уже выбежал за ворота. Но тут остался голос Знайки, который только что вернулся слуга вместе со своей подзорной трубой. Успокойтесь, братцы! Солнце на нас падать не будет, можете не волноваться! Незнайка опять все перепутал. Он ведь у нас фантазер известный. Ну и смех у него. Все смеялись над Незнайкой, а доктор Пилюлькин выписал ему на ночь касторки. Кто не любит дисциплину, тем заметна медицина. Тот, кто в тихий час орёт, без касторки не уйдёт. Кто не вымыл всю посуду, заработает просторно. Кто оставит грязным стол, тот ложится на укол. Кто не вымыл утром пол, тот ложится на укол. Укол всего полезней, нет лучшего лекарства. Он лечит от болезней и от хулиганства. Укой, приди, шприца, не вздумает лениться. Не видишь, шприца, хочется крутиться. Не любит дисциплину, займется медицина. Удивляюсь, Незнайка, как это мы все тебе поверили? А? Нет, мама, Мы полчаса так смотрели. Держи, Максим, закройте.